нас 26 марта 2017. Солнышко, вот решил прогуляться, показать вам церкви старые. Ёбаный мотоциклист. Решил прогуляться по городу, поснимать немножко. Но вот сзади находится памятник воинам 14-18. 9-45. Ну, пойдемте гулять. Такие вот развалины церквушки, что осталось. Ну вот. Брусчатка выложена, какая она была раньше. Типа схема. 12 век. На тот. Через дорогу я перехожу от своего дома. Вот. Такая картина у нас тут. Так, вот это бывшее аббатство. Тоже 16 веке где-то. Стало хосписом. Ну, хоспис это типа дом престарелых, только, блин, это. Еще и безнадежно больные тут доживают. Вот, а сейчас это ничего интересного, это как бы главное районное отделение ЖЭКа по городу. И все. Вот это шапель, это часовня. Называется по району нашим Монтрой. Даже вот в этой части оставшейся умудряются эти службы проводить. У нас же расписание есть. Вон, да, написано. Исторический монумент. Ну, это бывшая часовня вот этой малятри. Малят это болезнь, короче. Больные. Тут как бы это, видимо, у них. Хоспису все вот это тут относилось. Вот этого бабаства всего осталось. Вот это вот здание. Часовня, а потом больше нет. Тоже новые постройки. Там. Цавиточки. Внутри, значит, точно кто-то ходит. Ну, там библиотека местная. И школа за ней. Тут дети в школу ходят у меня. Ну вот это вот как бы был главный вход в эту богадельню во всю. Остатки от стены. А вот уже наш райончик. Весна. Сегодня у нас 26 марта.
2017. Красивые розовые деревья. Это мечта. Хочу такой балкон. Но это как в анекдоте. Улья. А, магнолия. Такого деревца. Чудесные. Тут вообще вот в какой-то организации. Тут вот вообще в какой-то организации. Кустики, огонь. Такая вот поляна. Вон еще один. Вот у нас такой вот вид открывается. Люди, когда вот на вокзал, наш вокзал, приезжают. То видят вот это вот. Вон наш катедраль. Там лестница, ее отсюда не видно. Вот она между домов поднимается на гору. С этой точки ее хорошо вот видно. Лезет, лезет, лезет. Аттракцион «Бросай курить» называется. А вот этот вот тарантас. Бывший фуникулер. Он в гору поднимался. Вот по такой лесенке вон. Зубчатой. Бомбасы все остались. Ну, поехали, чух-чух. Это станция вот нового фуникулера. А их всего две. Одна на вокзале, вот это средняя. И на горе уже потом. Но в данный момент он стал нерентабельный. Его закрыли. Пока на ремонт. А потом как пойдет. Но план такой, короче, у них. Сделать из этого исторический монумент. Как бы памятник старины. Вот. И запустить его заново. Но пока вот он приносит убытки. Так. Так, вот у нас следующая церковушка. Церковь во. Построена в начале. В конце 11-го, начале 12 века.
пишут, что когда строили, вокруг нее на кладбище находили могилы 6-7 века. Как бы первая церковь, построенная здесь. Ну, смысл такой, вначале идет шапель, потом иглиз, потом катедраль. То есть как бы часовня, церковь и собор. Вот такая вот. Там вот даже часики есть. Обойти ее нельзя. Как-то так. Ну, в нижнем городе я обошел уже церквушки, какие были. Сейчас предстоит 20 минут спорта в гору. Там еще несколько есть сверху, которые еще не показывал. Блин, удачи. Красота. Ну вот это фуникулерная дорога, блин, идет вагончик. Здесь рабочие городские постарались, навели красоту. Полянка получилась. В общем, вот залез я наполовину. Это дорожка фуникулерная. Сейчас мне предстоит вот эти вот лесенки. Раз, два, три. Возле катедраля вылезу. Очередная панорамка. Я уже наверх залез. Это как раз вот вокзал, где мы вагончик фотографировали. Поля. Электрички вот наш. Надеюсь, я вот через этот памятник. Блин, ну вот я и залез наверх. Пойдемте гулять дальше. Вот технологии до нас добрались. Места для электрических машин. Дожили. Вот наша центральная улица, как бы верхняя. Воскресенье. Народу мало. Интересует нас вон там, в проулке. Остатки. Построечки. Нас интересует. Так, это остатки церкви. Иглиз Сан-Жан-Дю-Бурж. Святого Жана. Из Буржа, по-моему. 12-13 век. Ну, что осталось? Самый прикол вот эти вот нехилые апартаменты. Это вообще бывшая тюрьма.
в чем она функционировала до начала 20 века. Ну, вот видно, что тут все было загорожено, вот как бы начало ворот с забором. Тут забор, забор, забор был. Вон еще одни большие ворота. И тюрьма. Надеюсь, с ним не приходят по ночам призраки узников. Да, тут даже он. Картиночку туда приклеил. Веселенькое место. Вот так. Что у нас тут пишет табличка? 19 апреля 44 на этом месте был расстрелян повстанец, ну этот партизан, железнодорожник РНСО, 20 лет. Он со своими тремя приятелями, тоже железнодорожниками, пришли сюда, чтобы освободить своего товарища, который был приговорен к смерти. Вот все из РИЗО вот этого ФТТПФ до Терне. Терне — это город. Вот, три оставшихся повстанца будут переведены в тюрьму в Париже до освобождения столицы. Говорится о Бигуан Анри, 20 лет, Губо Рене, 19, Фуке Пьер, 18. Все герои сопротивления. Прохожий, не забудь их. Так, вот еще одна часовня. 1679. Как бы заходить мне почему-то в нее вообще нельзя. Забор. Какой он? Ну, короче, относится она к госпиталю. Такая вот постройка. Так. Еще у нас тут богодельня. Так. Что это такое? Это у нас, короче, центр обучения медсестер и медбратьев. Так и живет. Ну вот мы пришли еще к одному месту прикольному. Это только часть аббатства. Это в 1240-м закончили. Вот. Ну это как бы во все времена был госпиталь, короче. Медицины тут занимались. И настоящий госпиталь сейчас находится за этим. Сейчас дальше пройдем. Уходим дальше. Тут вот такой вид. Открывается. Да, вот плакатик нам рассказывает про аббатство. Да, вот, в 1220-м Вивек Лаонский Бартельми какой-то юр, ня-ня-ня. 500 человек тут было. Да, вот церковь Сан-Мартан, аббатство вот этого. 12, 13, 14 век. Так, ну тут похоже опять они кого-то свергали, поэтому голов нету. Такая развлекаловка была. Царя свергают, надо остатые головы убрать, отрубить.
И картиночек не хватает тут похоже. Это, собственно, госпиталь наш. Центр. Ну, вот, вот еще по новее здание, а за ним там еще по новее здание. Ну, тут закрыто сегодня воскресенье. Ну, как-то они открывают, походу, по праздникам, что ли, каким-то. Да, Франция же находится на этом военном положении практически. О, нарисовано. Вижу пират, осторожно, возможно риск теракта. Прям куда деваться. Да, ну тут написано бывшее аббатство святого Мартина, Самартана, тра-ля-ля и тру-ля-ля. Ну, такой дворик тут нехилый. Написано, что здесь еще библиотека. Ну, настоящий наш госпиталь. Вот тут остатки. Подвальчика какого-то. В общем, с этой стороны ничего интересного. Как бы тоже не сильно новое здание. Нормальный такой особнячок. Вот тоже остатки чего-то. Прикольно у нас больничка. Память донорам органов и тканей с благодарностью от тех, кто остался жив и кто восстановил зрение. Вот больничный центр, госпиталь Лаон. Неизвестно, что это такое. Ходить туда нельзя. Снег в башка попадет. Тут хоп. Тоже какие-то руины затесались на стоянке. Строечка не первой свежести. Ну, что-то у нас паркинг у госпиталя, одни руины какие-то. Вон, видимо, кареты реально были, скорой помощи.
Причем заборчик-то вот тоже вот от здания остаток. Вон видно крышу. Треугольничек. Еще один неплохой вид. С елочками. Тут, как обычно, стена. Прикольная улица, достаточно. Такой вот вид у нас тут открывается. Вот он, красавец, собор.